Друзья, приветствую вас. Посмотрите на этого красавца, который у нас есть. Итак, все, конечно же, его узнали. Это Harley Davidson Pan American 1250. Обзор мы по нему делать не будем. Мы покажем, что у нас есть. Он в наличии. Это живой реальный мотоцикл. Год выпуска у него составляет 21 год. Мотоцикл привезенный новый с пробегом в 91 километр. Он не эксплуатировался, не ездил, глушитель не обгоревший, резина российских дорог не пробовала, все абсолютно новое и не продавленное. Так, друзья, пробег 91 километр, по аукционному листу был 22 год, фактически 21 год. Он выставил свое время, сейчас на него готовят документы, будет готов. Мотоцикл ехал долго, поэтому представляем его внимание только сейчас. Табло, меню все русифицированное, аккумулятор сейчас отсоединен, дабы его сохранить. У кого будет живой реальный интерес, все заведем, пришлем дополнительное видео. Звоните, пишите, узнавайте. Мотоцикл не под заказ, в наличии.